Челлендж коммерция. Без оценки. Челлендж проигран. Дополнительный балл синему. Как говорится, победу одержала Екатерина Букина. И вышла в финал весовой категории до 76 килограммов. На КВЦ начинается одна вторая финала, весовая категория. На КВЦ победу одержала заслуженный мастер спорта Ханум Велиева, Россия. На КВЦ приглашаются спортсмены весовой категории 92 килограмма Владислав Варин, Россия, Азамат Закуев, Россия. Приглашаются на ковер борцы весовой категории до 74 килограмма. 1/2 финала. Заурбек Сидаков, заслуженный мастер спорта. Чермен Валиев, Россия. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Заурбек Сидаков. Синим мастер спорта международного класса Чермен Валиев, спортивный клуб ЦСКА. Россия, Дагестан, Махачкала. Олимпийский мастер спорта международного класса. Чемпион Европы 2001 года, 2002 года. Чемпион России, тренер Анвар Магомедгаджиев. Синим титулуется мастер спорта международного класса Игорь Овчарь, Овсянник. Красноярск, Россия. Призер перевес мира, чемпионат России, тренер Виктор Райнов.
Дорабатывай, дорабатывай. Красив синий. Вот так, хорошо, два балла. Кей, забирай. Забирай, Кей. Есть две. Дальше контролируй, тихо. На ковре мы проходим борьба самой весовой категории до 97 килограмм. Алихан Жабраилов, Игорь Овсянников. 5-0. Внизу руку. На ковре Б победил Алихан Жабраилов, Россия, и будет бороться в финале этой весовой категории. Приглашается Георгий Джиоев, Магомед Курбан.